Расширен перечень завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для предприятий, осуществляющих доставку за счет бюджетных кредитов. Ранее кредитование предоставлялось только на завоз топлива. Теперь добавили доставку муки. Соответствующие изменения утверждены на заседании правительства республики сегодня. На эти цели государственный оператор «Якутоптторг» может получить кредит в сумме 300 миллионов рублей. Также Кабмин внес изменения в госбюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджет текущего года скорректирован на сумму остатков средств госбюджета, сформированных на 1 января 2017 года, порядка 2 миллиардов рублей, и возврата кредита от ЛОРПа 450 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета сократится на сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Об утверждении коэффициента. Средства в основном пойдут 1 452 миллиона на возмещение затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Это для государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия в целях сдерживания резкого роста тарифов, в том числе для потребителей, как населения, так и наших потребителей промышленности, сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предлагается увеличить объем предоставления государственной гарантии акционерному обществу авиакомпании «Якутия» до 2,5 миллиарда рублей в целях обеспечения жизнедеятельности на территории Республики Саха-Якутия и обеспечения максимальной транспортной доступности на территории Республики Саха-Якутия.